Сегодня мы с вами посетим ханскую мечеть с минаретом. По одной версии, в 15 веке ее построил царевич Касим, по другой мечеть была воздвигнута в середине 16 века ханом Шах-Али. Но утверждать можно лишь одно: от старинного здания сохранился только минарет, а сама мечеть была разобрана по приказу Петра I. Ходит легенда, что, проплывая по Оке мимо мечети, Петр принял ее за церковь и перекрестился. Осознав оплошность, царь разгневался и велел убрать ордынский храм с глаз долой. При Екатерине II на старом фундаменте было разрешено построить новую мечеть. Ее можно увидеть и сегодня. Высокая круглая башня минарет сохранила на себе все признаки старины. Внутри узкая винтовая лестница, поднявшись по которой, можно оказаться на смотровой площадке, откуда раньше разносился голос муэдзина. Минарет сохранился без особых изменений. Вы также можете посетить это прекрасное место, но поторопитесь, ведь скоро мечеть закроется.